Эвелин и София – одногруппницы в детском саду. Они говорят на разных языках, но прекрасно понимают друг друга. Их дружба крепла на съемочной площадке. Не так давно девочки стали актрисами. Эвелин, давай поиграем в игру. Я по-русски говорю, а ты по-английски. Мороженое. Айскрим. Сыр. Чиз. Виноград. Грейпфрут. Ребенок. Бэйби. Машинка. Кай. Короткометражку снимали для одного из федеральных конкурсов молодых режиссеров. Идея показать фильм про детей одной планеты – школьника Никиты Федорова. Монтажом и кинопроизводством на любительском уровне он занимается уже несколько лет. Серьезную задумку воплотил впервые. Мы допустили множество ошибок, на самом деле. Переснимали несколько сцен, и получен был огромный опыт. Что в съемке, что в монтаже, что в режиссерской работе. Первая режиссерская работа, и все равно были какие-то ошибки. Будем исправляться в следующих работах. На съемку 8-минутного ролика ушло 2 дня. На монтаж еще 4. По меркам профессиональных операторов это короткие сроки. Полнометражные ленты так быстро не снимают. Как минимум полгода работы по 12, а то и 20 часов в сутки. Несмотря на такую веселость и детское такое направление этой работы, очень сложный проект. Просто фантастически сложный, потому что снимали в очень жаркий день, снимали на натуре. Это маленькие дети, которые очень быстро устают. Перегреваются на солнце, то есть долго их держать на солнышке нельзя было, поэтому перебежками, то есть отошли, водички попили, охладились немного, дальше сниматься. Константин Селезнев – наставник молодого режиссера. Кинофильм «Мы дети одной планеты» – их совместная работа. Константин, передавая многолетний опыт школьнику, таким образом готовит будущих профессионалов для своей команды. Актрисы кино тоже подрастают, но пока скромность берет верх над талантом. I like it and it's fun. Мне было интересно, когда мы играли с Эвелиной. Как и положено начинающим актерам, уроки для них проходят каждый день. Сегодня девочек учат вокалу. Валерий Белоус, Андрей Макаров. Новости на 8.